Нурлан Сабуров на днях стал гостем казахстанского шоу. Там он сделал достаточно сенсационное заявление о том, что продолжению ЧБД быть. Продолжение будет. Несмотря на то, что это все, что Нурлан сказал на эту тему, этот ролик завирусился в том числе и в России. А пользователи увидели знакомые декорации и задались вопросом, а что это за шоу такое? Это казахстанская версия развлекательной вечерней программы. В США такие шоу ведут Фэллон и Киммел, у нас вел Иван Ургант. Студии, конечно, очень похожи. Называется «Ночная студия». Ведет ее КВНщик Нурлан Каинбаев. Те, кто постарше, явно должны его помнить. Уважаемые друзья, сегодня финал, и должны выиграть именно казахи, ладно? В России о ночной студии ничего не было известно, так как там говорят исключительно на казахском. Сол өзің эфирінен кейін, эфир шықты, одан кейін түнгі студия жабылды. Но для Сабурова сделали исключение, так как он признался, что пока плохо говорит на родном языке. Қазақша стендапқа шығу ойыңызда бар ма? Қазақ тілінде. Я надеюсь, в будущем это произойдет. Дело в том, что у меня очень скудный словарный запас, если говорить про казахский язык. Выпуск с Сабуровым набрал рекордные для канала 500 000 просмотров и 3000 комментов, среди которых очень много от русскоязычных пользователей. Люди просят сделать хотя бы русские субтитры, причем не только на этот выпуск, а на все. Зашло людям это шоу, соскучились мы все тут по такому формату.